Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Продолжаем записывать DBD. Очередная карточка на Нюрсе. Опа, разрушенный халиф. Это не они выбирали, это игра просто выдала. Поехали. Я забыл, что у меня на Нюрсе преследователь, спасибо. Единственный ман, который по-прежнему, несмотря на весь пиздец происходящий в этой игре, продолжает радовать. Просто потому, что вот он и есть. Конечно, если ты туннелишь, что ты будешь туннелить и на Нюрсе. Никто другого и не ожидает. Же прекрасный ман. Просто вот отдушина. Конечно. Единственный ман, который дает им просраться как следует. Смотри, тут стойкость. Но здесь надо обязательно, естественно, не скрыться, а реализовывать. Ты хорош. Молодец. Этого мана можно смело назвать отдушина 2024.
обязательно надо затуннелить. Как они быстро лечат, а? Да ёлки, не успел нажать. Не успел минуса ночь. А я не помню, кстати, он уже висел или нет? По-моему, висел. А, да. Эх, чутка. Чутка не достал, вот самую малость. Сейчас сколько нет, надеюсь. Отлично. Тот ман, который максимально приятен, тот ман, который не зависит от билда, тот ман, который всегда дает результат. Пока она будет жива, несмотря на то, что ее занерфили в хлам, маны в ДБД будут жить. Она как символ свободы. Есть что продевить, Нюрсе?
Нечего. Всем спасибо. До следующих серий. Всем пока.